Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сегодня мы с вами свяжем вот такого вот зайца, вот прекрасного, доснимаю я вот начало, чтобы сказать, что он 35 сантиметров в высоту, вот такой, чтобы вы ориентировались, какой высоты этот зайчик. Неудобно мне, потому что я на полу сейчас нахожусь у внука. Вот, уже он его обцеловал. Вот такой вот зайчик. Так что у нас еще один, одна идея подарка, девчонки. Связан, вот, самое главное, спицами, девчонки. Все, как мы любим. Для тех, кто крючком совсем не вяжет, идеальный вариант. Вот, так что вяжите. Все простенько, все очень-очень простенько. Итак, девчонки, все, практически все детали у нас это прямоугольники разной величины, и вяжутся они одинаково. Что касается пряжи, пряжа вот эта вот, которую я заказывала с Алиэкспресс, я, конечно же, ссылку оставлю, но вы, конечно же, не успеете ее заказать и связать в подарок, если этот зайчонок будет в подарок. Если это уже не в подарок, то можете воспользоваться как бы этой ссылкой. Но у меня вот остаток вот этой вот велюта, Ализе велюта, боже, какая она классная, и я мечтала бы этого зайца связать из нее, но у меня вот остаток от детского пледа, который я вязала внуку. Вот мой заяц вписывается в один моток вот этой вот с Алиэкспресс, но она намного тоньше. Так как опознавательных знаков там нет, как обычно на пряже с Алиэкспресс, я могу предположить, что... Но это на 80%. Что вот этой вот пряжи нужно два мотка, и заяц будет больше. У меня он маленький. Вот, в принципе, поэтому я здесь пишу все мои расчеты в петлях. Вот. И основываемся на то, что нам нужен один моток с Алиэкспресс, либо два мотка вот этой вот велюта. Что касается спиц, спицы я использовала 3,5 миллиметра, чтобы, знаете что, чтобы вот это полотно было достаточно таким плотным, так как это вот такой вот пушистик он, вот, поэтому я использовала всего лишь 3,5 миллиметра, а для вот этих бы я использовала 4,5, не больше, вот тоже, чтобы было, вы сейчас увидите, как я буду вязать. Значит, давайте начнем. Я вам на одной детальке покажу набор петель и лицевую гладь. Это для тех, кто не знает. А далее объясню по схеме. Итак, набор петель. Сейчас мы вяжем лапку, которая у нас из 14 петель. Я набираю 14 петель. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Здесь вот нитка осталась, как хотите, можете оставлять, чтобы сшивать, я пока еще не знаю. И вяжем один ряд лицевыми петлями. Кромочная у нас изнаночная, второй ряд изнаночными петлями, то есть лицевой гладью. Один ряд лицевыми, один ряд изнаночными. Так, и так далее. И вяжу всего 30 рядов. Я тут напишу две детали. Тут писала русскими, там английскими. Ладно, давайте вот так вот сделаем детали. И вяжу еще 28 рядов, всего 30. Вот я провязала 30 рядов, и теперь закрываю все петли. Тоже закрытие петель, девчонки, смотрите, кому как удобно. Я вот классическим способом провязываю. Вот 2 петли вместе лицевой,
закрываю все петли. Все, это у нас лапка-ручка, вот она, и их у меня две детали, дали, девчонки. Это у нас ручки. Далее, что у нас, это вот оно на схеме. Далее у нас идет тушка, туловище, тушка, вот оно в два раза. Здесь вот, что я хочу сказать, это такой набор при этой пряже, он растягивается, но я почему-то не стала растягивать. Вот, значит, вот такая вот деталь основная, это изнанка. Хотя можно, девчонки, вот как вам больше нравится, на лицевую сторону потом пустить лицевую или изнаночную, как бы, часть. Вот я еще пока не знаю, да? Вот это основная деталь. Для нее я набирала 50 петель и вязала 36 рядов в высоту. То есть она чуть короче, чем вот эти вот. Вот здесь вот видно. Так, одна деталь. Я не показываю, показывать там нечего. Набираем 50 петель, вяжем 36 рядов. Вот, далее голова. Тоже одна деталь. Набрала вот 30 петель и провязала 32 ряда. Вот такой вот прямоугольник. Так, одна деталь, две детали ручки. Вот, труп. Труп, да, тушка. Простите. Ручки, голова, тушка. И далее у нас идет нога, девчонки. Вот такой вот у нас хитроумная деталь, хитроумная. Как же отвяжется она довольно-таки просто. Вот смотрите, вот она нога. Их у нас две штуки. И для нее мы набираем 30 петель. Кстати, вот видите, у меня что остается? Как раз вот этот моток у меня и ушел на зайца. Я хорошо вычислила. 2. Набираю 30 петель для ножки. 2. 30. Так, и теперь вяжем чулочной гладью. Вот смотрите, здесь у меня пунктирная линия обозначена, вот это вот, ну, вот эта часть, вот она. Значит, до нее мы вяжем вот эти 30 петель, 14 рядов чулочной гладью, так как и вязали все остальные детали. Один ряд лицевыми петлями, один ряд изнаночными петлями. Продолжаем. Итак, я провязала 14 рядов. Теперь что мы делаем? Провязываем 8 петель. Считаем и кромочную первую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 4, 8. Средняя 14 мы закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, и здесь осталось у нас тоже 8 петель. Вот они, 8 петель, которые мы благополучно провязываем. Получается у нас вот такая вот штукенция, которую мы соединяем в изнаночном ряду. Так, 8 петель. Теперь присоединяем следующие 8 и вяжем 16 петель одним полотном. Тем самым у нас получается ножка. Вот,
Видите, все, мы соединили. Вот здесь вот видно хорошо, что далее идет ровное полотно, эти 16 петель. Вот так вот. Так. И далее я провязала 36 рядов всего от начала до конца. У меня 50 рядов. Вот. И закрываю все петли. Так. Есть у нас две ноги. И вторая, вот они. И теперь ушко, для которого мы набираем 17 петель. Вот оно, наше ушко. Так, 17. И здесь я вяжу резинкой 1 на 1. То есть одна лицевая, одна изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, в лицевом ряду мы начинаем лицевой и заканчиваем тоже лицевой. Вот, лицевая и последняя изнаночная кромочная. Так, а здесь я просто кромочные не считаю. Мы начинаем с изнаночной и заканчиваем изнаночной. Но вроде бы как не видно, но на ушке видно, что получается, что ушко у нас более такая объемная, пышная более. Поэтому я выбрала для него резинку 1 на 1. И продолжаю всего 20 рядов. Так, вот я провязала 20 рядов. Теперь у нас идут сокращения в начале и в конце лицевого ряда. Вот я провязываю после кромочной 2 вместе изнаночной петлей, как вторая петля. Там в начале вяжу в конец ряда. И здесь вот как первая петля, в конце ряда, как первая, 2 изнаночные, 2 вместе. Изнаночный ряд я вяжу по узору, а в следующем лицевом снова сокращаю в начале ряда после кромочной и в конце ряда перед кромочной. Теперь здесь у нас будет наоборот. Лицевая петля, лицевой петлей 2 вместе. Ну, по большому счету, то оно-то и не так и важно, какой петлей вы провяжете эти 2 вместе. Все равно оно в этой ворсистости теряется. Вот. Здесь как первая петля. И вяжем, пока у нас не сократятся все петли. То есть сейчас изнаночный ряд я вяжу без изменений. В лицевом снова здесь 2 вместе, здесь 2 вместе и так далее. Вот, когда у нас, смотрите, остается 5 петель, как мы провязываем вот оставшиеся, значит, первую петлю снимаю, далее я провязываю 3 вместе изнаночной и кромочной. И в следующем ряду уже мы изнаночной не провязываем, а просто провязываем 3 вместе и заканчиваем. Все ниточки мы продеваем крючком либо иглой. Так как у нас вот такая вот сыпучая пряжа, я хотела хвост сделать из помпона, но так вот я просто продеваю. Да, тут надо крючок. Вот. Поэтому вот, а потому как пряжа сыпучая,
то я решила все-таки связать маленький квадратик и стянуть его потом в хвостик. Вот я приняла такое решение, мне кажется, что так будет намного лучше. Так, вот он, ушко, все вот ниточки. Я видите, как эта пряжа как бы сыпется, да, если вот на срезе именно, да, она, говорят, везде сыпется, так что, девчонки, вот правда, лучше свяжите. В общем, у меня осталось вот совсем чуть-чуть, вот, и я набираю, не знаю, наверное, 8, да, петель. 8 петель, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, и вяжу квадратик. Я даже не буду его формировать в обал, это все я сейчас покажу, как мы стянем. Чулочной гладью я вяжу вот этот квадратик из 9 петель рядов 11, ну, чтобы был квадратик. Вот что, ну вот сколько у меня, как раз ушла у меня упаковка, девчонки, вернее, один моток у меня ушел на этого зайца. Размер, я думаю, я уже сейчас в данный момент я не знаю, но вначале я вам сказала уже размер, я так понимаю, этого зайца. Заяц, который у нас будет из велюта, это будет большая игрушка, практически, ну, в два раза больше, чем мой заяц, поэтому это уже полноценный такой огромный подарок. Вот что можно еще сделать с этими размерами: можно связать из тонкой, допустим, из пуха норки или из того же акрила, будет шикарный зайчик из тоненького акрила. Если вам нужен маленький, я имею в виду, с акрилом можно связать и большой, сложив акрил в несколько сложений, и вот как бы тоже все по вот этим вот расчетам, потому что тут, что важно, в принципе-то оно и можно варьировать с размером, но, видите, наборный край стянут, и уже овал получается. Но дело в том, что соотношение, да, рука-нога, вот это вот важно, да, пропорции вот эти, поэтому, девчонки, пользуйтесь этими как бы числами, либо в два раза умножайте все, если нужен большой заяц. Если маленький, то возьмите какой-то тонюсенький акрил, и все будет хорошо, зайчик будет маленьким и симпатичненьким. Вот, ну то есть с этими цифрами можно вполне себе двигаться налево-направо, куда вам захочется, то есть приспосабливать под себя. Да, и что у меня еще? Вот такая пряжа у меня, это Baby Best, Alize Baby Best. Я ею буду сшивать, потому что что-то, во-первых, у меня нет этой пряжи больше, вот прям остаток. Вот. Во-вторых, что-то я не уверена в ней. Вот лучше я сошью этой Baby Best, и оно будет прочным. Так, ну что, я думаю, достаточно. 1, 2, 3, 5, 10 рядов у меня. Нет, в ширину он тянется, да, и в высоту еще один ряд, девчонки. Еще 2 ряда провяжу, потому что в ширину тянется больше, чем в высоту. Вот, и сделаю из этого хвостик. Так, ну, в принципе, все. Дальше у нас сейчас я повторюсь, какие у меня детали, и дальше мы с вами будем сшивать и наполнять нашего красавца. Так, итак, 1 2 3 4 5 12 рядов, 6. Так, и все петли я закрываю, но закрою по 3 петли, чтобы здесь уже было стянуто как бы. Вот и все, девчонки, вот это вот, вот то, что у меня осталось от мотка вот этого ниток. То есть у меня ушел с Алиэкспресса один моток пряжи. Я сейчас, знаете, что еще? Вам измерю мою плотность все-таки вязания. Потому что если у вас будет как бы меньше плотность, то вы не попадете в этот моток. Это для тех, кто будет заказывать. Значит, итак, что у нас? Хвостик. У нас 2 уха. Вот они. У нас 2 ноги,
Вот они. Две руки, голова и тушка. Хотела чихнуть, не получилось. Сейчас я вам измеряю плотность вязания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 16 петель, 16 петель, 10 сантиметров. Это для ориентации, девчонки, чтобы вы не получилось так, что у вас не хватило. Да? 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И 26 рядов высоту. И 26 рядов высоту. 10 сантиметров. 26 рядов. Так, это для ориентировки. И сейчас я буду это все дело наполнять. Так, девчонки, вот такой вот у меня наполнитель. Одну ножку я уже сшила, чтобы понимать. И сшиваю вторую ножку, вам показываю. Значит, складывая, тут вы выбираете, какую вы. Ну вот, кстати, по изнанке у нас кажется, что у нас крючком связано, хотя это спицами. Но я почему-то, вот смотрите, мне нравится вот этот вот рубчик. Я не знаю почему. Ну, в общем, я делаю так, а вы смотрите. Значит, складываю лицевой стороной вовнутрь, сначала зашиваю вот эту вот часть. Теперь я сшиваю, вот начинаем отсюда и вверх. Дошила до конца, делаю несколько узлов. Здесь можно нить либо оставить потом для пришивания ножки, либо обрезать. Я обрезаю. Вот она моя нога. Я выворачиваю и наполняю наполнителем. У нас были одинаковые. Есть. Так, теперь тушка. Нет, теперь хвостик. Где у меня хвостик? Я беру иголочку и по кругу прохожусь по периметру. Хвостик вот оставляю, чтобы завязать потом. Так, вот я прошила. Сейчас я сюда
Добавляю наполнитель и стяну просто. Вот эти ниточки я тоже продеваю туда, вовнутрь. Нить, которая осталась от набора и закрытия петель. Вот у нас будет хвостик. Я здесь тоже сделаю узел и оставляю потом для того, чтобы пришить его. Вот, и теперь подхожу к тушке. Так, значит, здесь я буду сшивать снизу вверх. Вот вверх я определила вот нить набора, потому что здесь как бы линию, где были набраны петли, потому что там уже оно собрано, поэтому я так и решила определиться. Значит, снизу сшиваю тушку. Сам себе сделал узел, ну да, я его сейчас обрежу вот таким вот образом. Так, есть. Сшиваю. Так, значит, у меня сшито. Тушка, я ее выворачиваю на лицевую сторону. Вот этот шов я определяю как на спинку, да, вот так вот он у меня по центру, но на спинке. И здесь вот смотрите, здесь у меня будут располагаться вот так вот ножки, вот таким вот образом. Вот поэтому здесь наверное, и не нужно было оставлять нить, она у нас уйдет вовнутрь. Вот таким вот образом. То есть я чуть отталкиваю туда. То есть ножка у нас здесь вот должна быть полая, чтобы потом эти ножки хорошо можно было усадить этого зайчонка. Я, конечно, извиняюсь, но снова я вывернула наизнанку. Вот шов у нас посередине, и вот так вот ноги, вот задняя, посмотрите, пятка у нас находится напротив шва. Я просто думала, что я буду шить по лицу, ну сейчас решила, что я буду шить по изнанке все-таки. Видите, вот у меня ножка. Вложена в тушку. И я шью как бы 4 слоя. Здесь уголок хорошо прошиваем. Теперь вот эту ножку, смотрите, тоже, чтобы здесь у меня больше, кажется, наполнителя. Так, тоже запихиваем сюда и подгоняем в угол. Вот смотрите, как у нас здесь у меня шва нету, здесь шов и две пяточки. Вот это очень важно, чтобы у вас не получилось, не перепутать, чтобы у вас не получился шов. Да, кстати, я еще не знаю, какой вариант вы увидите. На этом этапе я пока думаю, будет у меня зайчик голенький, либо его одеть. Ну,
одежки. Так, сшила я лапку, выворачиваю. И наполняю. Так, вот у меня наполненная лапка. Я вам сейчас, чтобы не тормозить вас. Я ее вот так вот пришиваю. Тоже где-то 3 сантиметра от вот этого края моего. Все. Вы знаете, вот эту нить я даже уже прям здесь и оставлю. Или обрежу. Ладно, обрежу. Так. Вот они, наши ножки. Теперь я беру вот эту нить, где она, вот эту, и здесь прошью, чтобы стен. Будет сидеть, будет. Я проверяю, девчонки, чтобы мой заяц сидел. Вот. Сейчас я прям такую дырочку оставляю для пришития головы. Еще мне сюда надо будет выводить ниточки. Так, я думаю, здесь все понятно. Теперь мне нужно пришить хвостик. Хвостик я тоже вот так вот меряю, чтобы он у меня служил вот этим вот тормозом, да, вот, поэтому я его не пришила сразу, а пришиваю сейчас. Вот здесь вот он будет, то есть он у нас выше на 2 сантиметра, чем нижний шов. Ниточку я вот увожу туда вовнутрь. Так, отлично, теперь наш заяц сидит прекрасно. Так, ручки мы тоже сшиваем. Так, вот я пришила две ручки, хвостик. Так, и у нас осталась голова. Что мы делаем с головой? Так, вот, опять же, мне нужно собрать вот эту сторону и собрать вот эту вот сторону. Для начала я вот так вот оставлю дырочку, сошью сюда, здесь соберу, потом соберу вот эту вот. Где-то со серединки, смотрите, я начинаю.
сшивать вот так вот. Так, здесь делаю узелок, а вот эту вот часть я просто так вот. Так, стягиваю, хорошенько закрепляю. Так, вот здесь вот нить можно обрезать, это будет мордочка. Вот, а здесь вот сейчас мы еще сошьем и оставим дырочку. Так, вот здесь вот где-то сантиметр я сошью и стяну макушку. Вот эту дырку стягиваю. Вот видите, здесь у меня дырка для выворачивания и наполнения. Все, стянула прекрасно. Сейчас сделаю еще один узел и вывожу вот эту нить сюда, потому что потом я ею буду эту голову пришивать. Так, есть. Теперь мы наполняем это все дело. Пока так предварительно только носик. До конца как бы здесь мы еще пока будем потом еще корректировать. Вот. Итак, вот она мордашка. Сейчас мы с вами берем нити черного цвета и будем вышивать. Сейчас нам нужно нарисовать это лицо, прежде чем мы будем вышивать. Вот отсюда я продвигаюсь именно к центру, да, где у меня стянуто. Вот отсюда вытаскиваю эту ниточку. И теперь смотрите. Дырочка у нас остается внизу, и я рисую для начала носик двумя вот так вот стежками. Раз, два. Теперь сюда. Теперь нам нужно перенести вот сюда вот и как бы дорисовать этот носик. Видите? Так, есть. Теперь
снова вниз перехожу. То есть по всех трем сторонам у меня по 3 стежка. Вниз один стежок. Так, и по сторонам такую улыбку ему нарисуем. Так, все, выводим сюда. Есть, смотрите, пятачок у нас есть. Здесь я вот так как-то сделаю узелок, то есть зафиксирую. Понятное дело, что оно еще будет у меня там гулять. И теперь смотрите, вот где-то вот здесь вот нам нужно нарисовать, сделать глазки. Вот так вот, да? Значит, где-то чуть... Если брать вот здесь вот половина, чуть-чуть, буквально на пол сантиметра смещаем от половины. Я просто вот так вот их вышиваю. Так, что хочу сказать, что глаза можно сделать тоже из фетра, из готовых глаз уже. Но в моем варианте это не подходит. У меня ребенок еще такой довольно живой, может отгрызть. Так, чуть-чуть стягиваем здесь это место. Вот, теперь можно еще как бы соединить эти глаза пару стежками, чтобы зафиксировать, да, вот так вот. Вот. И они будут как бы держать форму вот этой вот мордочки. Так. С черными ниточками покончено. Я вот это все прям запихиваю туда. Теперь, так, вот что у меня пока получилось, видите? Здесь я сейчас сделаю из махера розовый носик. Так, и ручки тоже у меня кусочек недоснят. Ручки пришиты, ну, просто тоже вот так вот сверху пришиты. Вот. Ничего особенного. Так, и голова. Голова вот этими отверстиями, то есть тут у нас сквозная дырочка получается, был как тушка была с дырочкой и голова дырочкой. Вот я вот один раз прошлась по кругу, совместила эти дырочки и второй раз прошлась. Вы знаете, похож на зайца, что-то мне сразу, ну что-то он у меня как-то на зайца не похож, а по итогу похож. Я вот эту вот часть пройдусь еще раз. Здесь у меня нужно в общем, я шею еще раз прохожусь, чтобы хорошо ее зафиксировать. И все, девчонки. И теперь будем одевать. Вернее, не будем. Каждый из нас оденет по-своему. Я сейчас основу я вам сделала. Сейчас я подумаю. Вечером фильм буду смотреть. И что-то помудрю, вам расскажу просто потом, что я сделала. Все-таки я сначала думала, не буду одевать его, а теперь решила, что какой-то свитерок или жилет ему надо все-таки. Хотя он очень красив и так. Девчонки, а мне нравится, как он получился. Гляньте, какой красавчик. У меня, конечно, бардак, вы простите, девчонки, здесь ноутбуки и все. Ну, по-моему, красавчик, нет?
Смотрите, сейчас, ладно, давайте я сейчас дошью эту голову, в принципе-то уже все, еще просто пройдусь вторым рядом и покажу вам завтрашний результат, как я его все-таки одену, вот, ну, а по большому счету все, вот, хорошо, что он мягенький, он хорош для, да, для всех, я думаю, ну, особенно, я думаю, для моего внука будет супер, он любит такие игрушечки, которые он с ними обнимается, чтобы были мягенькие. Да, кстати, обнимается и целует. Целует только свои любимые игрушки и маму. Больше никого. Так, связала я вот такую вот футболочку ему, этому зайчонку. Значит, она у нас связана регланом. Никаких я ни подрезов, ничего не делала. Просто реглан вот и жемчужным узором связала. А отделка у меня по 4 ряда чулочной глади, чтобы завернулась. Вот, решила его вот так вот одеть. Так что у меня заяц вот в такой вот футболке. Вот. Ну, в принципе, девчонки, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. И вот такой вот заяц. Вот, мягенький, приятненький, классный он такой. Садится вот так вот классно. Вот. В машину, девчонки, не успела снять, внук усадил в машину его, прекрасно садится он в машину, и уже возил, и уже и спал с ним, так что вот такой вот зайка у нас сегодня. Все, девчонки, я с вами прощаюсь, с вами была Вика из школы рукоделия, всем пока-пока!